С новинкой от фирмы Rentschler Line любой детский или семейный праздник превратится в пир на весь мир. Ведь мультиталент – это 5 приборов, объединенных в одном единственном. Посмотрите сами. Мультиталент имеет сменные пластины для приготовления вкусных и любимых всеми орешек. Для выпечки изумительных вафель по бабушкиному рецепту. Для выпечки хрустящего печенья, кексов или маффинсов. Вкуснейшие котлетки или домашние гамбургеры также по силам этому чудо-прибору. А уникальная функция «гриль» превращает мультиталент в большой контактный гриль, на котором вы можете приготовить абсолютно все. От колбасок и стейков до сэндвичей и даже яичницы с беконом. Приобретая такого помощника, вы раз и навсегда решите для себя проблему праздничного стола и, наконец-то, сможете посвятить себя общению с близкими или гостями, наслаждаясь вкуснейшими блюдами и лакомствами. Мультиталент – это то, почему приближающийся пора зимних праздников станет еще более долгожданной и заветной. Сегодня «Экспресс-шоп» открывает сезон подарков и дарит вам при заказе универсального помощника «Мультиталент» набор стильных кухонных принадлежностей от фирмы «Ренберг». Поспешите, ведь праздники уже совсем близко. Дорогие наши телепокупатели, у нас для вас сегодня премьера. Наша премьера – это мультигриль 5 в одном от компании Rentschler Line. И я вам скажу, дорогие друзья, что это премьера не только нашего телемагазина, это вообще премьера современного рынка. Если вы забьете сейчас в интернете мультигриль 5 в одном, он вам не выдаст ни одной ссылки, кроме нашего экспресс-шопа. Поэтому, дорогие мои, ушки на востро, и давайте посмотрим, что это за чудо-мультигриль. Но об этом нам поподробнее расскажет наш эксперт, замечательная Ирина, которая будет сегодня на нем как раз и готовить. Ирочка, привет. Привет, Леночка. Да, сегодня у нас на самом деле удивительная вещь, потому что это 5 в одном. И если мы можем слегка приоткрыть занавес, чтобы показать, что мы сегодня будем готовить, то, уважаемые телезрители, это действительно уникальная вещь, потому что это у нас сегодня на столе стоит 5 приборов. На самом деле не нужно дома иметь у себя 5 приборов для того, чтобы приготовить то, что мы будем сегодня готовить. Вполне достаточно одного. И сегодня я хотела бы показать, что можно сделать с помощью данного прибора, что можно приготовить. Это у нас будет своего рода такой детский праздник. Ой, прекрасно. Организуем сегодня детский праздник при помощи вот такого вот чудо-помощника. Чудо-помощника, действительно. Итак, мы начнем с первого и будем готовить в мультигриле всеми любимые гамбургеры. Ой, вот это, конечно, дети любят на своих праздниках, но это и понятно. В принципе, гамбургеры любят и взрослые, и дети, вне зависимости от возраста, вне зависимости от пола. Это очень вкусное блюдо. Обратите внимание, что сейчас я укладываю мясо, и предварительно я не смазывала поверхность маслом. И это здорово, Ирочка, правда же? Потому что у нас, да, антипригарное покрытие. И вот эти сменные формы, в которые сейчас как раз Ира закладывает продукты, вы можете изменять в зависимости от того, что вы готовите. У нас их 5 различных пар форм, с которых вы можете, соответственно, в которых готовить разные блюда. Вот начнем мы сегодня с гамбургеров. Ну и это, конечно, только первое блюдо из тех, которые можем готовить. Так, закрываем. И первое у нас готовится. Дальше мы будем использовать гриль, но грилить мы будем, опять-таки, любимые детьми такие динозаврики. И плюс то, что дети любят такие формочки динозавриков. Также дети очень любят и сосиски. Так, и сардельки, сосиски. И обратите внимание, да, что очень удобно в плане того, что данная мультигриль очень большого размера. И за счет того, что она имеет очень большой размер, значит, мы можем сюда положить очень много продуктов одновременно. То есть мы сейчас одновременно будем делать и колбаски, и можно еще положить одного динозаврика. Целый динозавр туда, 3 динозавра влезло. Супер. На самом деле, шутки закрываем в сторону. Здорово. Большая рабочая поверхность – это значит большое количество приготавливаемого блюда. Это значит то, что вам еще меньше заходов нужно сделать на семью. Да? То есть достаточно будет, наверное, и одного. Конечно. Мы продолжаем, двигаемся дальше. Что здесь мы будем дальше готовить? Мы будем готовить очень любимые детьми маффинсы или такие печенюшки, печенники. Ага, то есть мы можем готовить и печенье тоже в этой форме. Конечно. То есть не только мы можем грилить, жарить, да, но и мы можем выпекать печенье. И причем, что очень удобно, здесь они довольно очень быстро пекутся.
эти печенюшки и экономим таким образом время. А я смотрю, тут печенье с секретиком. Ты добавила туда ягоды годжи. Абсолютно верно. Итак, мы готовим здоровую пищу не только благодаря тому, что мы готовим без масла, мы еще и готовим здоровую пищу благодаря тому, что в тесто мы добавили ягоды годжи. Дорогие друзья, если вы еще не знаете, что такое ягоды годжи, зайдите, пожалуйста, в соответствующий отдел нашего телемагазина и посмотрите. Это отдел здоровья. Таким образом, Лена, мы готовим не только любимую пищу для наших детей, но еще и здоровую, потому что здесь находится именно ягодки годжи. Закрываем. Ага. И здесь у нас тоже готово. Так, итак, уже мы заложили что? Получается, гамбургеры, гриль. Теперь здесь у нас печенье. Печеньки. Следующее мы будем делать вафли. А, и тут у нас здоровая здесь пища. У нас тоже здоровая пища. Если вы обратили внимание, дорогие друзья, здесь у нас находятся семена чиа в этой форме. Здорово. И здесь, когда, допустим, мы делаем также любимые вафли, здесь можно экспериментировать. Да? Допустим, на детские праздники мы делаем детские вафли, на наши праздники, чтобы украсить наш стол, да, можно приготовить вафли и со шпинатом, с рыбой, с сыром. Слушай, ну действительно, очень удобно, ну и кроме того, просто вот так вот легким движением руки сменить форму и, соответственно, уже сменить даже блюда, которые мы готовим. Вы видите, кстати, что мы выкладываем тесто из контейнеров NanoLog, которые вы тоже можете приобрести в нашем телемагазине. Они сохранят ваше тесто, либо любую другую пищу или продукты, которые в них поместите, в 3 раза дольше свежими. Так, поместили тесто, и мы также закрываем очень легко, закрываем. Да? И переходим к следующему. Здесь мы будем делать орешки. А, ну, конечно, не обойтись нам без орешков, и это верно. Ни на любом дне рождения, ни в любой вафельнице или мультигриле не обошлось бы без орешков. Да, дети просто обожают такие орешки, потому что дети, например, они как очень любят все сюрпризом. И здесь, когда мы выпекаем орешки, то вовнутрь можно положить какой-то сюрприз. Опять-таки, если мы делаем это на праздник детский, да, то можно туда спрятать какие-то мелкие сюрпризики, записочки, конфетки. Да, и деткам будет очень интересно. Ну, вот такая красота и вкуснотень у нас получится. Ну, а я, дорогие друзья, напомню вам, что это сегодня премьера, и это настоящий эксклюзив. Вы не можете на данный момент нигде приобрести вот такой вот мультигриль, кроме нашего телемагазина. Мультигриль 5 в одном под номером лота 10027. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Напомню вам, что есть 2 удобных способа сделать ваш заказ. Это либо сделать его в интернете на нашем сайте www.express-shop.tv, либо позвонить по номеру телефона, который сейчас вы видите на ваших телеэкранах. С новинкой от фирмы Rentschler Lane любой детский или семейный праздник превратится в пир на весь мир. Ведь мультиталент – это 5 приборов, объединенных в одном единственном. Посмотрите сами. Мультиталент имеет сменные пластины для приготовления вкусных и любимых всеми орешек. Для выпечки изумительных вафель по бабушкиному рецепту. Для выпечки хрустящего печенья, кексов или маффинсов. Вкуснейшие котлетки или домашние гамбургеры также по силам этому чуду-прибору. А уникальная функция гриль превращает мультиталент в большой контактный гриль, на котором вы можете приготовить абсолютно все. От колбасок и стейков до сэндвичей и даже яичницы с беконом. Приобретая такого помощника, вы раз и навсегда решите для себя проблему праздничного стола и, наконец-то, сможете посвятить себя общению с близкими или гостями, наслаждаясь вкуснейшими блюдами и лакомствами. Мультиталент – это то, почему приближающийся пора зимних праздников станет еще более долгожданной и заветной. Сегодня «Экспресс-шоп» открывает сезон подарков и дарит вам при заказе универсального помощника «Мультиталент» набор стильных кухонных принадлежностей от фирмы «Ренберг». Поспешите, ведь праздники уже совсем близко. Ну а мы возвращаемся в нашу студию после некоторой паузы и посмотрим, что же произошло за это время с нашими помощниками. Я думаю, что у нас уже везде все готово, и мы спокойно можем... Ай, красота! Вот мы открывали... Звать наших детей и приглашать их к столу. Абсолютно верно. Вот у нас первый мультигриль 5 в одном. Он приготовил у нас гамбургеры. И мы будем... мясо, и мы будем делать гамбургеры. Гамбургеры будем делать. Ай, красота. На радость вашим деткам, на радость вам. Вот такая вот
красотень у нас получилась. Мы сегодня делали детский день рождения. Дорогие друзья, конечно же, вы можете использовать этот мультигриль 5 в одном и для создания других праздников или для создания каких-то шедевров к вашему столу. Смотрите, какие праздника. Красивые получились у нас динозаврики. Поджаренные, красивые такие вот. Я думаю, что дети с большим удовольствием. Ай, красота какая! Вот это вот все будут кушать. Ты посмотри, какие они красивые и румяные получились. Да, вот как действительно в гриле. Настоящий контактный гриль у нас в данном случае. И еще, Лена, я хочу показать, что на грильнице можно не только грилить что-то, но и, допустим, сделать сэндвич. Для этого нам не нужно отдельно иметь какой-то прибор. Да, мы спокойно здесь можем приготовить сэндвич. Погоди, а как вот он у нас? Он же пузатый у нас. Как он туда залезет? Вот я поэтому хочу показать. Посмотрите, мы собираем. И, конечно, если мы так вот положим, посмотрите, он... Примнется, да? Примнется. Но... Поэтому здесь есть уникальное такое устройство. Мы слегка его приподнимаем за счет пружинки и спокойно мы его прикладываем, видишь, очень легко, и застегиваем. И он становится у нас более объемным. Да. Здорово. Также мы можем, допустим, приготовить гриль в открытом виде. Да? Для этого есть здесь вот такая вот подножка, немножко горячая. Да? Сейчас я еще раз ее приоткрою, чтобы показать. Так, это мы отодвинем в сторону. Также мы слегка ее приподнимаем наверх. И у нас получается открытый гриль. Да? То есть мы на обеих формах можем готовить. На обеих формах можем рыбу грилить, можем также побольше, большое количество колбасы грилить. Яичницу с беконом, да, очень удобно. Ну а самое главное, это, конечно, у нас получается объем, большая рабочая поверхность. Потому что мы так уже говорили, что он действительно большой, а в данном случае у вас еще и вдвойне большой. Вдвойне большой получается, да. Я напомню вам номер лота, дорогие друзья, это 10027. Позвоните, закажите прямо сейчас, ведь это премьера, и премьера не только нашего телемагазина, и я заострю на этом ваше внимание, но это премьера вообще, в принципе, на рынке вот таких вот мультифункциональных приборов, потому что вы можете его сейчас приобрести на данный момент только в нашем телемагазине. Ну и теперь готовы печеньки. Печеньки красивые. Смотрите, такие у нас получились. Смотрите, какие они получились ажурные, красивые, и мы спокойно их выкладываем. Да, и опять-таки дети с большим удовольствием будут... Все это кушать. А самое главное, что я обращаю внимание, это на то, как быстро они выскакивают. Мы не промазывали форму маслом, но абсолютно при этом они у нас сами отскакивают от нее, потому что там антипригарное покрытие. Да, то есть это мы еще и заботимся о нашем здоровье, да, то есть мы не получаем лишние калории в виде промазывания маслом. Совершенно верно. И действительно об этом нужно говорить не как-то там вскользь, а на этом заострять внимание, об этом говорить громко, потому что мы заботимся о нашем здоровье. И благодаря вот такой мультифункциональной технике, как мультигриль 5 в одном от компании Rensselaer Line, конечно, можем это делать еще лучше. Продолжаем двигаться дальше. Так, ну и теперь вафли. Да. Вот посмотрите, какие красивые. Они красивые получились у нас. Румяные. Красивые, именно такие, какими должны быть вафли. Вкусные и красивые. То, что именно очень любят дети. Да не только дети, я бы сказала, их все любят. Да, но как я уже ранее говорила, да, эти вафли можно в тесто добавить и сыр, и шпинат, что-то другое для себя делать. Здорово, замечательная идея. Двигаемся дальше, переходим к следующему мультигрилю. У нас и там последнее орешница. У нас орешки. Посмотрите, они здесь тоже готовы. Красивые. И очень, опять-таки, легко, да, они не прилипли. Спокойно мы их все убираем. Ну, а пока Ирочка здесь достает орешки, я расскажу вам про еще один сюрприз. Я вам говорила уже, дорогие друзья, что цена у нас сегодня вводная, потому что это новый продукт, потому что это новинка, потому что это настоящий, чемпион, я бы сказала, да, потому что обогнал всех 5 в одном. Сегодня у нас есть еще и замечательный подарок для вас, дорогие друзья. Если вы сделаете ваш заказ прямо сейчас, вы получаете вот такой вот набор кухонной утвари в подарок. То есть вы не только покупаете мультигриль по сниженной цене, но еще и получаете подарок. Я думаю, это приятно. Я думаю, что это здорово. Я думаю, что это еще и сохранит денежки в вашем кошельке, потому что вы можете заменить одним мультигрилем 5 различных других предметов на вашей кухне. Ну и кроме того, это просто воплотит ваши кулинарные фантазии. Я думаю, что очень удобно, очень легко станет и весело жить с таким вот помощником. Мультигриль 5 в одном от компании Rensselaer Line под номером лота 10027. Значит, Лена, я делаю обычные орешки сладенькие. Ну, а я а делаю, ты тогда значит... можешь делать вот с рыбкой или с другой чесночной начинкой. Я буду делать с рыбкой. Я очень люблю рыбку. Думаем о праздниках, которые предстоят в году. Много праздников. Думаем о том,
Какие еще фантазии можем воплощать с таким помощником? Мультигриль 5 в 1. Ну и делаем ваши заказы, дорогие друзья, потому что сегодня у нас не только вводная сниженная цена, но еще и подарок. Вы получаете, сделав сегодня заказ, набор кухонной утвари, который тоже, конечно, найдет свое достойное место на вашей кухне. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Ну и посмотрите на всю эту красоту, которую мы сегодня для вас приготовили с любовью. Ну и, конечно, очень быстро, очень правда быстро, же? Очень быстро, очень компактно, очень практично. Я думаю, что это будет очень хороший подарок даже для подростков, девочек, которые только начинают учиться готовить. Да, потому что здесь очень быстро можно все это приготовить и с большим желанием. И очень интересно будет это все делать. Ну а перед тем, как нам закончить наш эфир, я хочу заглянуть в мультигриль, который здесь у нас готовил сэндвичи. Посмотрите, вот такой вот красивый сэндвич у нас получился. Итак, дорогие мои телезрители, я надеюсь, что вам понравилось все, что мы сегодня приготовили. Посмотрите, вот она вся красота перед вами. Настоящий детский день рождения у нас сегодня. Позвоните и закажите под номером лота 10027 мультигриль 5 в 1 от компании Rentschler Line. Готовьте с удовольствием, но и готовьте, создавайте красоту в вашем доме. И просто шагайте в ногу со временем.